Всем привет, началось слабое звено, онлайн-версия популярной игры ВКонтакте. Поехали, вопрос номер первый. Время на 324 секунды. Под какую музыку фигуристы Родинай поняли свой коронный номер? Я не знаю, честно говоря. А время идет? Отвечу коленкой. Правильно. Вопрос номер два. Имя королевича сказки о мертвых царевне. Руслан, Елисей, Альбор, Е. Ну давайте я Франк положу. Я думаю, что Елисей. А, верно ответил. Елисей, отлично. Не бывает без огня чего? Дыма. Вопрос номер 4. Какого цвета драгоценный рубин? Да красного же он. Какой географический объект называется Лимпопо? Озеро. По-моему, это на озеро. Нет. Сейчас, кто самое слабое звено в голосовании? Давайте выберем случайных людей, которые со мной тоже случайно играли. Смотрим, что какой-то Александра выкинем. Хотя, в принципе, меня могут выкинуть, и на этом моей игре придет конец. Нет. Выкинули Александра. Пока, Александр. Назовите административный центр Амурской области. Свободный центр. Благовещенск. Ждем, пока все ответят. В каком городе аэропорт назван именем Джона Леннона? Но по логике ответил, что Ливерпуль. Да. В принципе, действительно является спортивным снарядом. Вот козёл, конечно. Какую ягоду в словах называют глухой малиной? Земляника, брусника, клубника. И заберу деньги в банк. И я отвечу, землянику, это еще неправильно. Соус чили относится к кавказской кухне. Ложь. Нет, он чили, ложь. Не понравился Антону Давыдову лишение моего денег в банк. И меня сейчас поразило самым звеном, походу, делать. Да, меня тут, потому что не 11 рейтинга. Но меня, конечно, да. Меня. Ну что ж, вот такое вот слабое звено. Ну давайте-ка теперь... попробуем поиграть на выживание, да, до трех ошибок. Понеслась. Пост номер один. Сколько политиков изображено на купюрах СССР образца 1961 года? Там Марк Фридрих Стрюмлес, наверное, да, три. Нет, я ошибся. Правильно, ты только за один. Ленин. Сколько отверстий в шаре для боулинга? Мне кажется, что 4. И опять я ошибся. Я не любитель боулинга.
Точнее, я люблю боулинг, но в него не играю в основном. Только как раз таки в этих самых виртуальных играх. Ну давно уже не играл, поэтому ошибся. Формула сильной кислоты. Вот это? Нет. Нет, это такие я. Я пролетаю со всеми вопросами. Половина, которая на самом деле почему-то 4. 2. Я тоже покидаю. Такой вот неутешительный итог. Ну что ж, вы самое слабое звено. Прощайте. Онлайн-игра, мать ее. Такая вот. Пока.